Новая волна мобилизации, которую Киев планировал провести этой осенью, откладывается с формулировкой в условиях фактической реализации режима прекращения огня. Сообщил об этом президент Порошенко на встрече с представителями партии, оставшихся в парламентской коалиции. Примечательно, что конкретно эту реплику на официальном сайте главы государства размещать не стали. Вошла только часть выступления, посвященная увеличению числа контрактников. Порошенко предложил заняться этим вплотную. На таком фоне в Минске сегодня продолжат обсуждать вопросы отвода вооружений в Донбассе и конституционную реформу на Украине. В белорусской столице соберутся подгруппы по безопасности и политическому урегулированию.